have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами вот здесь, как видите, два раза я уже попробовал. Вот так это делается. Нашел я наконец-то эту глушилку. Я просто подумал, что да, возможно, нужно в несколько этапов. Наконец-то мы сможем увидеть, что тут происходит. А почему... Почему я показываюсь там? Ах ты ж! Угу, спасибо. Карту заглючила? Ай, блин, зачем я это делаю? Короче, ладно, мне пофиг, у меня все равно нет жизни, мне проще таким образом телепортироваться. Я теперь двигаюсь? Да, теперь я на карте двигаюсь, хорошо, у нас... Ага. Ну, у нас открылось... Блин, когда нам уже оно нафиг не надо, да? Вся эта красная зона. Получается, Blazing Furnace нам больше не нужна, мы из нее уходим. Мне сильно очень повезло, или даже очень сильно, или сильно очень, в общем, решайте сами. Спасибо, язык ко мне вернулся. Перед тем, как начать записывать эту серию, я немножко почитал комментарии, как раз прилетел комментарий насчет хайку. Огромнейшее тебе спасибо, чувак, за то, что написал. Насчет, во-первых, вот этого места, почему-то я уперся. Мы сейчас туда везде пойдем. А также насчет еще вокзала в первой зоне, которую надо поискать где-то вот, наверное, здесь или здесь. Мы все равно все это будем потом обходить, облазивать. Нам нужно будет по новой открывать все персонажи. К тому же, я что-то начал немножечко волноваться, что у нас вот эти две зоны, вот эта вот и вот та вот бункер, они останутся до конца закрыты. Но, видимо, нет. Тут я нашел этот самый радар сейчас. Видимо, ну, я его нашел, конечно, поздно, и уже нафиг не надо. Но все же, босса мы здесь убили, кулант мы здесь получили. Пойдемте, пока что я не буду вытаскивать чип-регулятор. Пока что. Но там дальше мы сохранимся, и я его вытащу, поменяю на что-нибудь другое, на что я его поменяю, еще не знаю. Блин, а вот это выглядит таким образом. Нет, на самом деле здесь вряд ли будут какие-то бонусы. Я думаю, что эти ступеньки просто сделаны, чтобы проще было заехать. Так, нам... Деньги! Деньги. Деньги надо получать. Два раза я в него ударился. Я вот что думаю. Наверное, давайте, ребятушки, с этого места... Я сейчас просто вот тут вот добегу. Да! Спасибо. Я оценил, как классно меня откинуло. Поехали просто отсюда. Все, это уже выход? Или здесь... Здесь уже, по-моему... Или есть тут еще перегрев? Ладно, сейчас посмотрим. Все, идем в Factory. Поедем... Это куда? На одну вниз надо поехать. Давайте тогда здесь пока что остановлю запись. Дойду до нужного места, и мы с вами уже оттуда продолжим. Случайным образом, я не знаю, я здесь уже был. Смотрите, где я нахожусь. Вот здесь я нахожусь. Вот тут же явно были эти... Статуэтки, которые я сбивал золотом. Но здесь есть такая штука. А, понял, это завещание. Что-то я думал, что тут... Погоди, а о чем оно?
The grand sand belt across the arcade was to build maintenance control over my motor train parts. Request to continue. А, это у нас квест, точно. Почему? Ну, просто вот так обычно выглядит чип, который можно подобрать. Но эта штука у нас даже как NPC не отображается. Хотя это явно какой-то квест. Ладно, поехали дальше. Подошел тут нашему другальку-землекопу. У него пока что вроде ничего нового не появилось. У нас есть еще один ключик, который мы могли бы куда-то потратить. Ну ладно, поехали дальше, там посмотрим. Да, вот это место. На самом деле я уперся тогда в эти лазеры. Почему-то у меня в голове была картина, что вся та стенка, она состоит из лезвий. И я даже не собирался на нее как-то по-другому смотреть. Елки, запрыгни. Вот и все, да. Запрыгнуть сюда, забраться сюда было очень легко. Огромнейшее спасибо, что подсказали. Блин, это босс. Это босс. Я без хпшки, стой. Это босс. Здравствуй, опа, новый босс. О, а эти птички с шансом... Нет! Оу, оу, я не то хотел! Ай, чертовы пилы! Бам вам всех! Я вижу, что ему уже поплохело, но мне тоже ж не особо хорошо. Вот она меня... Она меня убила. Босс засчитан или нет? Черт, пойдем посмотрим. Мне интересно, босс засчитан или нет. Просто... Я босса убил. А птичек не убил. Деньги... Ладно, хоть так. Спасибо. Да иди ж ты, блин. Я забыл, как они меня бесят, вот эти ребята с пилами. Они специально такие отлетают вверх. И давай, давай, попробуй достать меня. Блин, вот реально вымораживают такие враги. Ай, как глупо-то жизнь сейчас сливаю. Отдайте деньги. Я же не зря на вас сейчас их тратил-то. Да опять сейчас туда запрыгиваю. Ну ладно, я туда запрыгну, хорошо. Я туда, я не туда иду. Мне это вообще не надо. Не сюда. Вроде сюда. Так, 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 так. Нет, выше. Да, оставьте меня в покое. Когда хочешь быстро куда-то пройти, они лезут, лезут, все лезут. И нам сюда. Минуточку, а почему там? А, да, тут бонус был. Хорошо. Хорошо. Почему я каждый раз нажимаю эту кнопку? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, это у меня с прошлой серии длится, хотя прошлую серию записывал не только, что это было в другой день. Но я почему-то вот курок и кнопку путаю. Все? Фух, мне его засчитали. И че? А, я получу. Это просто бонусный необязательный босс, но он нам нужен для получения вот этого атома. Насчет этих атомов, я вообще не знаю, где они у нас числятся. Вот... Надо... Блин, а где на самом деле? Кассета. Хорошо. Если вы знаете, где я могу увидеть количество вот этих вот атомов, которые я подбираю, они же явно нужны мне для чего-то где-то как-то. И вот здесь, кстати, по чипам 3 красных, 3 синих, 2 зеленых. Вот эта штука посередине, она напрашивается как что-то, чего у меня нет. Вот видите, через которое я пролетаю. Тут ничего больше нельзя сделать.
Ну хорошо, да, это был бонусный босс. Но делать нам тут, получается, больше нечего. Пойдемте тогда. Раз красную территорию мы зачистили полностью, бонусную территорию мы зачистили полностью, у нас, получается, из новых территорий, в которых чего-то где-то как-то не хватает, это только вот эта территория, бункер. Но куда там идти в бункере дальше, я пока что не уверен. Я предлагаю нам сейчас сходить по разным тупичкам и закоулкам. Будем потихонечку приходить на место. Я вам буду показывать, что мы где нашли. Наверное, сегодня будет такая серия, прежде чем мы отправимся дальше. Поэтому, ребят, увидимся на месте. Так, ладно, ребят, первое место, которое я хотел бы с вами посмотреть, вот оно. Разлетаемся. У меня теперь есть, собственно, чип. Ах ты тварь. Чтобы меня тут не поджигал, давайте я починюсь по полной. И также я смогу долететь. По-моему, можно было долетать и без... ну, как бы даже когда у тебя перегрев. Но в любом случае, теперь у нас и перегрева нет. Я молодец прям. Уи! Да, мы тут просто, грубо говоря, вот этот атом забираем. Я не знаю, почему их называю атомами. Мне просто это кажется логичным. А там у нас... а там у нас датакуб был, да. Хорошо, это то место, куда мы не могли добраться. Здесь мы относительно недалеко от наших первых поселений. Чем, я думаю, мы воспользуемся... Я тут немножечко похожу, поброжу сейчас, посмотрим, что из этого всего получится. Будет что-то интересное, вернемся. О, ребят, я только что случайно абсолютно наткнулся, мы сейчас находимся вот здесь. Я ежиком прокатился и врезался тут в какую-то стеночку, которая разбилась. А это случайно не начало игры, где я нахожусь? Ну-ка. Я вижу, ты вернулся. Мы часто повторяем наши шаги, чтобы увидеть, где мы можем найти подсказки, что мы могли пропустить по дороге. И иногда мы возвращаемся искать ответы с новой информацией, которую мы уже получили. Ищи, больше не ищи. Ты был рожден с целью принести баланс. Малыш, я знаю это. Я знаю, что в тебе есть энергия... и сделать все как нужно. Интересно. Тут, видимо, была какая-то заслонка, которая за нами закрылась. И, ну, видимо, мы могли разбить ее только таким образом. Я не знаю, как, почему, что. В общем, я сюда вернулся. Хожу сейчас по старым местам, по старым локациям. И вот такую штуку нашел. Поехали дальше. Вернулся к свечкам. Тут пока ничего вроде не поменялось. Я не знаю, должно ли, но вот как-то так. Вот, кстати, да, то место, где мы первый раз видели торговку. Вот он, вокзал. Транспортер. Или транспортер. У меня открылась ачивка. Вот он, вокзал. Спасибо, да, за подсказку. У меня было, скажем так, подозрение, что у нас тут что-то недосказанное осталось. Вот оно так и вышло. Куда мы можем пойти еще здесь? У нас есть зеленые зоны, в которых... Так, там я получил телепорта... А, вон, вон у нас недоеханная... А, это темная зона, в которой мы не побывали. Серьезно? В темную зону прям далеко идти. Но я схожу, я, наверное, поеду сейчас через зеленую. Так, 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 так. Зеленая у нас только одна, да, поехали. Поедем через зеленую, и там уже по пути, что мы найдем, то я вам уже буду показывать. Давайте поехали дальше. О, ты нашел ее? Это кассетку мы принесли чувачку, кстати, он здесь. Я забыл про него. Я не могу поверить, что ты вернулся, чтобы достать ее. Ты даже не представляешь, сколько она мне радости приносит. Ты хочешь со мной остаться, чтобы ее послушать? И ты тогда увидишь, что является моим любимым. Final Tune, ачивка вышла. Музончик послушаем. Жалко, музыка на фоне при этом не останавливается.
Ну, в общем, да, чувак слушает музыку. Поехали дальше. Так, ребят, вот вроде местечко, которое мне числится как неоткрытым. Я теперь вижу, почему оно не открыто. Хватит мне жрать там. Так. Ну, сейчас вот этих ребяток поубивать надо. По идее, мы сможем туда попасть без проблем. Да, и что у нас? У нас тут... Я не увидел... Amplifying Transputer. И это что-то синее. Кстати, Coolant Salub. Remove heat more efficiently from the user system. А, кстати... Минуточку. Это уменьшает количество шестеренок. Так, хорошо. Это чтобы я крутился с пилами, а это добавляет мне кулант. Хорошо. Что я получил? Я получил вот это. Увеличивает расстояние. Это... О! Погодите, увеличивает расстояние телепортации. Это очень круто. Повезло. Повезло. Так, а куда я тут могу еще пойти-то? Это я получил. Тут по темному царству я уже везде проходился. Ну, я сверху пробежался. На самом деле нужно было, наверное, снизу сразу зайти сюда. Так, какие у нас остались еще секреты? Давайте-ка посмотрим. Вот тут в водном, внизу, я помню, что я тогда не мог допрыгнуть, но там, если я не ошибаюсь, только деньги. И... Ну, не то чтобы туда долго идти, просто я не знаю. С деньгами у нас вроде норм. Так. Тут мы везде поехали, все отправили. Квест с, с кассетой выполнили. Где у нас что осталось? Мы можем, конечно, еще по центральному ядру пошарашиться, потому что у нас, возможно, там открылось что-то новое. Но, в общем-то, нам нужно бы потихонечку уже выдвигаться... в сторону последнего бункера, и, возможно, там что-то будет. Мне кажется, вот этот босс-телевизор, который там... то ли вот черепа нужно собрать, чтобы все было, то ли вот... Я даже не знаю, что и как нужно ему сделать, чтобы у него все было. Посмотрим. Фишка в том, что центральный... Mainframe Vault, он все равно находится в таком месте, куда не ходят поезда. Это очень печально. А, кстати, можно будет к вот этому... Ну, я у него все чипы уже выкупил. Я думал, может, к этому дружище заглянуть. А вот тут что у нас за паренек? Может, с ним стоит поговорить. Давайте сейчас пойдем туда, посмотрим. Короче, да, я протупил. Этот NPC — это огонь и вода, которые здесь есть, и мне к ним не надо, но... Знаете что, через них, я думаю, быстро сейчас доберусь до центрального волта, а там посмотрим. Такой чувачок мне встретился по пути, сейчас посмотрим. Привет! Можешь угадать, что я строю? Маленький домик для маленьких роботов. Глупые люди должны были назвать меня архитектором, а не тостером. Этот чувак нам просто попадается. Я не знаю, что с ним. Он просто есть. Ладно. Посмотрим, что тут дальше. Кстати, ребят, я нашел все-таки, где можно получить 8-ю хп-шку. Это синий чип. Я вам покажу сейчас, что я поменял. В чипах я поставил, во-первых, себе 8-ю хп-шку, дополнительную капсулу, а во-вторых... Amplifier, вот который мы получили, который добавляет дистанцию блинка. Посмотрим, как это будет работать. Возможно, я смогу попасть в какие-то интересные места. Вот, например, сюда в прошлый раз. Ну, не в прошлый раз, а в поза, по какой там, блин, раз. Когда я искал вход, я попал, так что было бы приятно. Сколько вас тут? Всех приземлили. На этих ребятах реально можно фармить. Они не тяжелые. А денег с них сыпется. А, и, кстати, я убрал чип, который сокращает нам... Смотрите, в чем прикол. У нас есть чип,
который очень сильно увеличивает количество денег, выброшенных при смерти, и чип, который защищает некоторое количество денег, выброшенных при смерти. То есть они выполняют одинаковую функцию, просто одно лучше, одно хуже. Вот это я немножко до конца не понял. В любом случае, с деньгами у нас сейчас проблем нету. Мы вроде как накопили нужную сумму, нужно будет пойти купить этот последний чип. Ха-ха, обломитесь. А сколько у вас хпшек, вы не подскажете? Один все-таки умудрился зажать чипы, ну, эти деньги. Итак, центральный волт, посмотрим, что нам тут... Вот, их уже двое, погодите. То есть нам нужен еще последний? Вы хотите сказать? Ну, одного синего мы вытащили, одного красного мы вытащили, и они пилят две пломбы. Осталась еще одна пломба, то есть получается, в этом, в бункере у нас есть еще одна пломба? Это интересно. Я думаю, я сейчас тогда пойду в бункер. Да, денег у нас, в принципе, норм. 1500, при том, что... Да, там остался последний дорогой чип, но он 1000 стоит. Пойду-ка я, наверное, сейчас наверх. Во-первых, куплю чип. Во-вторых, не знаю, будем смотреть, что там в бункере. По пути сейчас наткнулся сюда. Ясно, что это какая-то музыкальная загадка, но... Во-первых, у меня беда с музыкой. Я люблю ее слушать, но я не умею играть. Во-вторых, тут нужно... Нужно что-то подобрать для этого. Кстати, у нас есть чел, которому отдали кассету. Он явно увлекается музыкой. Я не знаю, насколько этот квест связан с ним. Честно, я не хочу идти искать гайды какие-то. Вот насчет вот этой загадки с музыкой, если можно подсказать, пожалуйста, подскажите, что тут и как происходит. И могу ли ее на данном этапе игры решить, или это потом? Если потом, то просто скажите потом и все. Поехали пока дальше. Вылезла ачивка Scavenger. И я так понимаю, ну это лицо вот этого чувака. Но то ли я выкупил все вещи у этого чувака, то ли... Я выкупил вообще все. Тут ничего больше нельзя сделать. У меня просто ощущение, что я выкупил все возможные чипы. Но вот тут это выглядит не так. Потому что нам, как минимум, видите, не хватает 4 чипов. Но я даже не знаю, каких и где. Как бы вот эта таблица, она выглядит хорошо. У нас почти все есть. Я так полагаю, что зеленый — это только верхняя линия, и больше зеленых не будет. Вот эти 4, которые отсутствуют. Смотрите, оно, вот эта таблица, она в ширину на 7 и в высоту на 4. В высоту на 4. Если бы этих 4 чипов не присутствовало в игре, значит, просто не было бы одного столбика, и я бы собрал сейчас все. Поэтому нет, эти 4 чипа, они где-то существуют. Где? Как минимум, у нас еще бункер не пройден. Да, но... Блин. Взрыва мне явно не хватает. То есть, это хорошая штука, я ей пользуюсь. Но у меня не установлены ни апгрейды, потому что у меня все апгрейды стоят в меч. Это мое основное оружие. Поэтому я, собственно, в него и вкладываюсь. Давайте, наверное... Вау, с крита влетело с первого раза. Крит, он вроде добавляет только 10%. Но фишка в том, что большинству мобов нужно по 2 удара, видите? Возможно, вот эти 10% как раз и дают нам шанс... с первого раза убить моба. Я тут просто сохраню сейчас. Просто посмотреть на чипы, которые мы можем ставить. Экстрактор я все равно оставлю. Есть две причины для того, чтобы оставить экстрактор. Во-первых, чипы все еще нужны для починки, как ни крути, к сожалению. Поэтому чем больше чипов, тем проще починка. Во-вторых, кстати, а вот это что? Гироакселератор. Ага, роллинг спид увеличивает... У нас есть еще вот такая стальная пластина.
Tungsten Steel. Увеличивает... усиливает тело и увеличивает окно неуязвимости. Давайте, наверное, знаете что? Я пока что вместо Amplifier вот это поставлю, просто потестить, как оно все будет. Уж не знаю, что и как оно мне тут увеличит. Ну и давайте, у нас было 1, 2, 3 прохода. Давайте еще раз по ним тщательно пройдемся, посмотрим. Проблема в том, что у нас закрыто там все. Я не могу понять, куда мне нужно. Я очень хотел открыть и эту территорию. Усиливает. Так, первое у нас находится здесь, но это ведет к нашему повару. Кстати, мы могли сделать что-нибудь, чтобы наш повар был доволен. Кто знает. Сохранение внизу. Давайте я тут внизу сохранюсь. Чтобы каждый раз с вокзала не бегать. В принципе, вот эта территория, она пока что, наверное, самая удобная из того, что имеется. Ага, капканы. Два раза вам. Так вот, во-первых, что мы... до сих пор чинимся за эти самые чипы. А во-вторых, из-за того, что 4 чипов не хватает, я полагаю, что я смогу их потом где-то как-то докупить. Так, чувак, тут ничего не изменилось. Вот, настоящий, да? Нет времени поговорить, нет времени говорить, мне пора. Ну, то есть, мы его квест сделали. Нам не нужно еще что-то ему искать. Официантов. Вот, видите, сейчас тоже с критом зашло. И плюс 10%. Не знаю, вот этот крит мне нравится. Я его еще вначале поставил. И, ну, потом мне приходилось его убирать. Но я рад, что у меня сейчас есть 3 слота, куда я могу поставить все улучшения на меч. Наверное, я где-то проигрываю, игнорируя другие улучшения на какие-то другие вещи. Но... данный билд меня, в принципе, устраивает. Так. А вот, кстати, вот это что за место? А, это нечестно. Я не могу туда попасть телепортом. Да, это я на кухне появился. Это я потратил ключик, открыл кухню. Хорошо, поехали дальше. Что мы можем сделать здесь? Оу. Удачно. Вот этих лазерных придурков очень не люблю. Очень не люблю. Так, ладно, у нас есть место, в которое... Как нам попасть? Дверь оттуда ведет. Дверь оттуда. Стеллажи. Бункер. Ну, на мой взгляд, это немножко... не... ну, я понимаю, что эта механика сделана для того, чтобы сдерживать меня от попадания в это место. Но все же, у меня есть телепортатор, и он преодолевает гораздо более большие расстояния. Но здесь они такие говорят: не, чувак, ты туда... не пройдешь. Это первое и второе место. Так, хорошо. Они у нас закольцовываются. Давайте думать. Можно ли тут как-то по-другому куда-то попасть? Я, честно говоря, просто сейчас немножечко в недоумении. У нас вот эта комната... Да, тут есть дверь. Да, это мы выполнили квест. У нас есть вот это место, куда мы должны прийти с другой стороны. А... оно после входа в квестовую комнату все обнуляется. Ну, просто красотища, что я вам скажу. Но опять же, смотрите, вот мы 3 сотни денег уже насобирали. Хотя только что
закупились практически в ноль, у нас не было ничего. Оп. Здесь никак вроде никуда не попадешь. Здесь просто бонус был. Вслепую пробовать телепортироваться, ну это такое себе, на мой взгляд. Тут разрабы так не поступили бы, это слишком подло. А это выводит нас просто обратно. Есть вход сверху. Ну, хорошо. Давайте его попробуем. Починюсь, чтобы не было никаких переживаний за счет целостности корпуса. Ну, тут горящие стеллажи. Я тут ничего странного не вижу. Я сейчас начну к кирпичам прикапываться, серьезно. Как там у нас был, например, дрожащий пол. У нас такие механики еще будут или нет? Иди сюда. Да иди сюда уже, давай. Бах! О, криточком прилетело. Так. Там у нас этот лазерный главнюк. Смотрите, по 19. Вот эти большие кругляши по 19 дают. Я понял, что это... Здравствуйте. А, это я видел. Да-да-да, я что-то думаю, а что за дырка в стене? Я ее уже замечал, это от босса. А там ничего не изменилось? Нет. Мониторная. А, здесь я уже назад не попаду. Черт, придется в обход идти. Ну хорошо, пойдем в мониторную еще посмотрим. Просто там, насколько я понял, пропасть была, и я не мог там ничего с этим сделать. Посмотрим. Это мы с вами уже читали. А что будет, когда этот чувак, он туда доедет вообще или нет? Давайте я просто подожду минуточку. Логика мне подсказывает, из того, как он медленно движется, что мне не стоит ждать, чтобы он куда-то дошел. Кстати, у него он вилка торчит сзади, он не подключен, видимо, он на аккумуляторе каком-то работает. Я его уже видел несколько раз в разных местах. У меня сейчас теория, то ли это все это время он пытался дойти сюда, я его замечал, пока он доходит, то ли это разные. И я не знаю, что они значат. Ничего с ним сделать не могу. Это объект, с которым я не могу взаимодействовать. Просто посмотрим, что будет. Он заполз там, но резко появился здесь. Кстати, 95% вот это сверху. А, он подключился, смотрите. Он подключился вилкой сюда. Тут ничего не изменилось. Но вот этот чувачок, он там очень долго и упорно полз, но когда он полз, я перешел трубу, он был уже не здесь, а он был уже на месте, и он уже подключился вилкой туда. Возможно ли, что босс наверху сейчас живой? Пойдемте посмотрим. Умею я искать себе неприятности, да. Зачем? Зачем? Два раза! Зачем? Два раза! Что это было сейчас? Почему два раза? Зараза. Ай, ладно, поехали. Ну, то, что он приехал и подключился, это не может ничего не значить. Это что-то значит. Просто у меня один из вариантов, то, что босс-телек сейчас работает, или же... Ладно, я бы все равно от него отгреб.
Или же что-то другое случилось. Где мне потом искать ответы на что-то другое, не знаю. Я пойду сейчас чекну босса. У меня такое ощущение, что это могло быть. Нет, это не босс. Ладно, ребят, тогда минутку. Ну что ж, мы пришли к этому месту, где вроде как дальше. Сейчас я... Наверх никак. Вниз тоже никак. Да? Вот как это работает. Черт побери. Я почему-то... Туда тоже нельзя. Я специально прыгнул. Я почему-то даже не подумал, что там дальше может что-то быть. Я думал, что это уже просто конец бункера. И... А тут есть дальше. Ох ты ж, ё... А вот и глушилка. Глушилку сейчас уберем. Больше никаких помех. Ачивочка приехала, да. Я снял последнюю глушилку. Зачем я вниз полетел? Я не знаю, что там. Давайте смотреть. Там, типа, пропасть, в которую я падаю и умираю. Это точно. Вот, где оно будет мне за... Все, пойдем вниз глянем. Да чтоб тебя... Да, это было очевидно. Сейчас. Я вообще просто сейчас дошел бы до сохраняшки и все. Мы многое сегодня посмотрели. Если сейчас будет какой-то босс, то я его сейчас не буду бить. Я заранее предупреждаю. Я сейчас играю или до первой сохраняшки. Блин, там босс сейчас будет. А, нет. Нет, подожди. Нет. Или да. Давай сохранюсь. Наоборот, надо было сделать. Я просто хочу, чтобы у меня были какие-то деньги на починку. Ладно, пофиг, сохранимся еще раз. А там тоже... А почему? А почему ты упал-то? До свидания, дружище. Мы с тобой вряд ли увидимся. То есть, вот эти дыры, они не связаны. Очень жаль. Это выглядит крайне логично, чтобы они были связаны, но нет. Ой, привет, чувак. Я надеялся... Привет, я надеялся, что я опять на тебя наткнусь. Я понял, что у меня есть время, чтобы найти свою цель. Простое существование — это вполне нормально. Я знаю, что однажды я найду свой путь. Я ценю твое терпение. Ты помог мне в мое время нужды. И слушал меня, когда мне это нужно было. Храбрый маленький тостер, ачивочка приехала. Видимо, его квестовую линию я тоже закончил. Нужно... О, тут еще один датакуб. Если бы технологическая совместимость была возможна, невзирая на все трудности, человеческая раса сделала бы это. Как будто они были подсоединены к ядру своего существования. Да, другого нам ничего не говорят. Я тогда открою сейчас этот шорткат. Я так понимаю, да, вот он. Он... У нас тоже очень близко к сейву. И знаете, что сделаем? Тогда давайте... Ох, черт. Я опять заигрался, я это понимаю. Мне нужно было бы остановить серию минут 10 назад, но нет. Блин.
Мне хочется больше и больше. Так, все, сохраняемся. Нужно будет из этих ястребов настрелять еще чего-нибудь. Ты что, серьезно, за мной сюда прилетишь? Иди сюда. И ты иди сюда. Я как раз собирался с вас деталей понасобирать. Вот, на пару починочек мне хватит. Давайте тогда на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.